Фильм «Девчата» – культовая советская комедийная мелодрама. Наивная молоденькая Тося Кислицына приезжает работать поварихой в таежный поселок. Она селится в одной комнате с другими девчатами, которые так же, как она, мечтают о семье и счастье. Бойкая и открытая, Тося постоянно сует нос в чужие дела и тут же умудряется задеть отказом самолюбие местного лесоруба, первого парня на деревне Ильи. Чтобы сохранить лицо, он заключает с друзьями пари, что за неделю сможет добиться ее взаимности. В ход идут все средства, и девушка, кажется, действительно влюбляется.